Всем привет! Сегодня мы поговорим об абсолютно новом товаре. Это роллер. Это изи-роллер. Совершенно необычная вещь, которая трудно отнести к велосипедам, самокатам, каталкам и чему-либо другому. Это такая настоящая игрушка для взрослых и детей. Ну, давайте называть ее каталкой-самокатом. Она подходит для катания детей уже от 4 лет. Также есть модели и для взрослых людей. Одинаковое удовольствие будут получать на ней все, от мала и до велика. Итак, Easy Roller представляет собой низкое кресло, с которого очень трудно упасть, с металлической перекладиной и рулем. Чтобы привести его в движение, достаточно попеременно просто двигать ногами на перекладине. И представьте себе, это чудесное сооружение начнет двигаться. Оно движется как змея, без цепей или педалей, без батареи, без каких-либо особых приспособлений. Все элементарно и гениально просто. Итак, вы сами генератор мощности. Easy Roller позволяет чудесно прокачать все мышцы и ног, и пресса, и спины. Он работает на большинстве поверхностей. Конечно же, такой самокат мы считаем, что оптимально использовать на абсолютно гладких поверхностях, на плотном ковре, асфальте, бетонной поверхности. По траве и песку он будет ездить, ну, менее приятно. Итак. Немножко об истории. Изи-роллеры начинали первоначально выпускать в Новой Зеландии. Эта игрушка приобрела огромную популярность в США и начала покорять Европу. Быстро растущий спрос заставил переключиться производство на Азию, а затем и Европу. Главным аргументом было то, что в Новой Зеландии не было производителя, у которого есть огромные производственные мощности для того, чтобы обеспечить этой игрушкой весь мир. Итак, конечно же, эстафету подхватил Китай, который наладил производство отличных, качественных изи-роллеров, которые представляем вам сегодня. Обратите на них внимание. Хотите получать настоящее удовольствие? Непременно прокатитесь на нем и, возможно, даже приобретете. Итак, с вами Веломода.